Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, сегодня у нас будет такой, возможно, решающий ролик. Ну, может, относительно, но тем не менее, мы сегодня внесем частичку своего мнения в игру Brawl Stars. Разработчики опубликовали у себя в Инстаграме вот такой вот пост. Зайди и проголосуй за новый скин. Я думаю, что вы в курсе, что в мае месяце будет еще одна обнова, будут снэкпики. Мы ждем каких-то новых интересных нововведений. Если вы тоже, то подписывайтесь на канал и прямо сейчас поставьте лайк, чтобы не пропустить и быть в курсе всех новостей. По поводу вот этого поста. Я пропустил предыдущее подобное мероприятие, потому что я был скептиком и думал, да блин, но это же все равно ни на что не влияет. Разработчики сами там себе решают, что добавлять, что не добавлять. Но после того, когда добавили вот этот скин в игру, я понял, что не все так плохо. И наше мнение что-то решает, что-то меняет. Этот скин разработчики не сами создали, его нарисовал, вот есть здесь обозначение, авторский значок, Гэдди Корвин, его нарисовал дизайнер в своем инстаграме, я думаю, этого чела знают все. И его разработчики этот скин одобрили и добавили в игру. Это офигеть как классно. Возможно, многие из нас, ну я в том числе, не дизайнеры, и мы не сможем нарисовать какие-то топовые концепт-арты и 3D-модели, чтобы их внесли в игру. Но что мы точно с вами можем, так это повлиять и выбрать, какой скин нам предоставляют и какой мы хотим добавить в игру. И сегодня я вам предлагаю этим заняться, ребята. Я сейчас вам покажу список скинов, которые мы можем с вами получить. И абсолютно бесплатно, если ты хочешь от меня любой уникальный, точнее не любой, а который добавит скин в игру, бесплатно от меня получить, прямо сейчас прожми кнопку подписаться и, конечно же, поставь лайк. Я тебе сейчас покажу, какой, вот ты выберешь сейчас скин и его можешь получить, но это же круто. Естественно, это не так работает, что мне разработчики дали возможность бесплатно это сделать. Ну, они мне дали пачку скинов, я их разыграл. Нет, к сожалению, я не являюсь частью команды Supercell уже. Поэтому я буду разыгрывать скины со своего кармана. Я буду разыгрывать их для вас бесплатно, но тратить буду деньги на это я. В общем, погнали сейчас выбирать скины для вас. В будущем они скоро добавятся. Поехали, это реально круто. Ребят, я ссылочку на сайт оставлю в описании. Переходим, это сайт Supercell. Залогиньте здесь, я уже залогинился. Введете свой Supercell ID, там придет вам код на почту, и вы зайдете здесь на сайт. Потом нажимаете вот эту вкладочку Explorer, попадаете на сайт, где тут есть концепты всех скинов. Далее, смотрите, нажимаете, вот здесь сортировка. Вообще, вот лучше за последние 2 месяца нажимаете. Вот, и вот здесь выбираете BB&B, вот так. Вот, ну, можете просто за последние 2 месяца, и вам тут самые свежие скины будут. И вы просто посмотрите, что могут добавить в игру. Причем это... Ой, не болейте, ребята. И это правда. Если кто-то сказал, пожелал мне здоровья, спасибо вам заранее. Друзья, на данный момент лидирует вот этот скин. 12 тысяч лайков. Вы посмотрите на эту бибу. Бибу. Она реально прикольная. Но я бы не спешил делать выводы. Я бы хотел обратить ваше внимание на Б. На Б. Вот, допустим, это Биби, да? Вот. А вот посмотрите на Б. Как вам такой скин, а? Я этот скин видел у Лайна, но камон, мы можем за него проголосовать. И его могут добавить в игру. Опять же, не спешите отдавать свой голос. Я вам сейчас покажу еще более сшибательней. Посмотри. Посмотри, какая красота. Да это же этот Человек-муравей. Круто, это круто. Сейчас еще вам покажу один классный скин. Вот. Знаете, я думал зарофлить и реально сделать, попросить многих проголосовать за это яйцо. Серьезно, если за вот это проголосуют, вот это добавят в игру? Вы серьезно? Я не верю просто. Ну да ладно. Давайте дальше. Что у нас тут? Ну, Биби с зонтиком такое себе, это биоробот так себе, это какой-то вообще ванильщина. Вот, прикольно, вот, смотрите, вместо пчелы будет летать какой-то дракончик. Тоже прикольно, классно, но теряется какой-то концепт пчелы. Но мне нравится этот скин. Сейчас еще покажу, блин, тут такой, вот этот скин тоже очень по фану. Смотрите, биомуха. Смотрите, ну неужели не классный скин? Вот тоже, смотрите, какой интересный скин.
Короче, ребята, я не призываю вас голосовать за какой-то один конкретный скин. Вы можете выбрать сами, какой вам нравится. Любой, тем скином, которым вы же будете играть. Короче, вот этот тоже топовый, блин, смотрите, Скорпион. Блин, на самом деле очень классная работа, очень достойная. И жаль, что нельзя голосовать за все сразу. Ну, чтобы добавили сразу несколько скинов, я имею в виду. Вот, но это не очень, ну, мое мнение, там уже как бы на вкус и цвет. Короче, я так понял, ребята, лидер всех этих скинов вот это Биби. Я не знаю, что в ней такого классного, что за нее все голосуют. Не, ну она, а да, она определенно интересная, она определенно интересная. Биби это вообще сейчас один из интересных, один из имбовых, я бы сказал, персонажей. Вот я вот вчера, я просто пушу в последнее время кубки, и я меняю свое мнение, потому что я считал Спайка имбовым, сейчас я уже немножко по-другому считаю. Вот, короче, за кого отдам свой голос я? Не знаю, здесь 12 тысяч, повлияет ли на что-то мой голос или нет, но мне реально понравилась Биа, вот, в обличии мухи или скорпиона. Ну вот не знаю, ну вот мне нравится вот этот скин, я не знаю почему. Ну вообще просто классно. Но ему, чтобы победить, вообще много надо, поэтому надо отдать голос так, чтобы он на что-то повлиял. И чтобы вы тоже, когда зашли, тоже поднакинули лайков туда. Блин, ну ближе всех, конечно, вот Ниндзя Би, вот этот. Ха-ха-ха, блин, это круто. Короче, я оставляю лайк за этой Биа, Спайдер Биа, нажимаю лайк. Все, я проголосовал. А, я могу отменить голос. А, вот, смотрите. Какой еще цвет, или что это? Милт, Плинк, Блу. Да, наверное, вот этот. И отправить. Все, я отправил свой голос. А, я так понял, не лайки решают, а голоса. Короче, вы поняли, да? Вот заходите, выбираете скин и отправляете свой голос. Ребята, голосуйте за тот скин, которым вы хотите играть. И обязательно подписывайтесь на канал, если бы хотели получить как можно быстрее тот скин, который введут в игру абсолютно бесплатно. И это не случится когда-то там давно, ой, когда-то там в будущем, еще не скоро. Нет, это случится совсем скоро. Мы проголосуем, разрабы в ближайшее время добавят. Классно! Респект разрабам за то, что сотрудничают с нами. Это классно. Ребзи. У меня почти 25к кубков, я вчера апнул Мортиса на 700, я сейчас продолжаю пуш, и у нас карта Озеро Мертвецов, я предлагаю пойти скатать одну каточку, блин, на Мортисе на самом деле стрёмно, но я постараюсь не проиграть, поехали, 11 бой сыграем. Если честно, я с Мортисом подружился немного, мне по фану на нем играть было вчера в геймграбе, то есть, ну, я его вообще не признавал как персонажа, да, но он реально очень сложный перс. Это тот перс, где, ну, не получается тащить за счет его имбовости. Вот, но он очень интересный. Блин, ну, Шелли все забрала. Ладно, 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 окей. Мне надо как-то постараться сделать победную катку. Не знаю. Фух, на Мортисе сложно это делать. Слушайте, а если я... Ладно, постою тут. Я же не могу кусты проверять, вот в чем проблема. Тут есть кто-то? Если что, сразу убегаем. Вот, хорошо, вот этот прыжок очень крутой. Все, я теперь знаю, что там кто-то есть. А давай затимимся. Давай затимимся. Пожалуйста, Нита, давай затимимся. Не хочет тимиться, ну и хрен с тобой. Так. Тогда я спрячусь просто в кусты. Я не знаю, затащу я здесь или нет сейчас. Короче, следующий видос, надеюсь, будет уже на 25 тысяч. Поставьте много лайков, если хотели бы такой видос. Но это жесть. Я не знаю, как. Вот как. Как мне затащить? Вот у меня 0 банок. 0 банок, что я могу сделать? Я бы затимился, но меня не хотят принимать, я так понимаю. Ребята, меня возьмете? Меня возьмете, ребят? Я тоже, я нормальный парень, я нормальный парень. Я хороший чел, я Мортис, не бейте меня. Так, ну я затимился вроде как. О, минус, минус, минус Шелли. Так, хорошо. Ну блин, ну камон, ну чё ты? А, ты этот, ульту набиваешь, да? Да не, интересно, она ульту сейчас набьет, потом закрысит тебя. Так, а мне бы ульту набить можно? Блин, 8 бойцов еще, Ребзи. Ой, там Шелли. Так, там Шелли.
Так. Хорошо. Но опять же, ничего хорошего. Сейчас, если начнут крысить нас, то все. Так, ну там сейчас Шелли убьют. Шелли убьют. Оу. Так, хорошо. 6 бойцов еще. 6 бойцов. Так, так, так. Я на хилку, я на хилку. Так, так, блин, чуть-чуть не хватило. А, так у него 11 банок, нифигашечки. Это плюс 4. Ха-ха, я не проиграл, ребятки. Ура, 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 ура. Ах, жесть. Короче, ждите видосик, где я буду апать 25к. Об этом будет следующий ролик. Но я реально должен был записать видос про эти скины, потому что, ребята, ну мы можем реально, наше мнение учитывается, и это классно. Но, опять же, я не знаю, какой скин лидирует, потому что лайки лайками, а вот отзывы, вот какие голоса, кто за какой скин отдал, вот это интересно. Вот, ну, я не знаю, могу я голосовать еще за Биби? Я и за Биби проголосую, если могу. Биби тоже классная. Ну, персонажа же два, правильно? В общем, голосуйте, оставляйте свои голоса, выбирайте скины, потому что вам же потом на них играть. А я сделаю, когда их добавят в игру, сделаю все возможное, чтобы вы смогли их выиграть. Если хотели бы какой-то интересный скин получить, который я вам сегодня показал, подписывайтесь, потому что я буду дарить только своим подписчикам. Ставьте лайки и до новых встреч, скоро увидимся. Ждите сегодня видос 25к и пуш, пуш вечером на стриме. Все, ребятки, всем хорошего настроения, не болейте, до новых встреч, чао.